Здравствуй, любимый зритель! Это продолжение FFA сериала Sid Meier's Civilization 6 за Конго. Но если вы не видели первую серию, то рекомендую перейти к ней. Ссылка появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому видео, ведь всегда лучше смотреть с самого начала. А всем остальным приятного продолжения просмотра. Грек, у нас с тобой армии почти 750, а у него 350. То есть есть разница, нет, если мы двое воюем? Считай. 3, 2, 1, поехали. Ой-ой, это зря. Это зря, я забыл, что у меня там рыцари. Прокачали этого рыцаря. Блин, на самом деле тут безумие вообще на карте. Не занят они. А чё так мало производства? Так, ладно, у тебя из Мбамбы ходит, из Мбанзы ходит, из Мпинды ходит. Блин, названия это, конечно, такие переброшу. Шотландец, ты колосс построил, да? Да. Молодец. Да ладно, блин. Сменить на скидку. Минус Инвиктус. Да блин. Ты ему что-то послал? Жесть. У него юниты походили? Да нет. Вроде нет. И другое дело, короче, когда на лайне, как бы там одна единственная их магистраль. Ну, кстати, в основном все. Ну, мы в основном Иван, ты давай на это сюда забудем. Шотландец, там предложение тебе. Ну, человек один вылетает постоянно раз в пару минут. Да тогда больше надо. У меня не фрит есть, поэтому давай так. Так, я взял. Так, поменять на скидка на улучшение юнитов. Почему город вверх так сильно отнимает? А сколько у фантома науки? 60. Смотри, Грек. Хотя пока еще не время спрашивать, конечно. У Инвиктуса уже 60 науки. Какой счет? На 29. Фантома. Это так, у Грузии 60.
Андрей, не забывай про счет, Андрей, не забывай. Да, фантом груди, у него 60 науки. Да это нормально, что у него там просто, у нас тут горы, он поставил пару нормальных кампусов, вот у него и поднялась наука. Сейчас ну, посмотрим еще как. Больше. Ну, я не типа... Как в золоте будет наука. У меня тоже уже 55. Инвиктус, гори, когда загрузишься. Загрузился. 3, 2, 1, поехали. Вот он полон, эти все. Слушайте, монумент, когда лояльность максимальная, дает две культуры или одну? Раз-раз. Это тебя слышат, просто они воюют, а я, например, не знаю. Нет, при максимальной он единичку дает вроде. Я, наверное, буду рашить тогда союзы, и будем с тобой союзниками. Да, брат, с тобой всегда союзы буду ходить. Сейчас выйдем. А кому все ресурсы там подавали? Ганди и Египет. Все Лёше отдали? Да нет. Я просто слил вас. Я так скажу, что... На ранних этапах особо-то и нет смысла обрабатывать вдвойне. Ну как нет, то что? Не, ну только если там какие-то очень хорошие, типа... Ну перец не особо смысл, ну... Идти. Всегда есть смысл обрабатывать и торговать, потому что это рост и... Если торговать рост, только не только пищевой продукции. Скажем, плантации имеет смысл обрабатывать... Ради денег с люксами. Ну, да. Само собой. Шахты ради производства. Ну, бывают какие-нибудь. Не, просто бывают какие-нибудь бойни в пустыне, и это, ну, такой мусор. Или на море там жемчуг, например. И ты окей, у них промка. Дычка есть. Тома, долго у тебя будет достраиваться штука на Вруставе? Нет, быстро. Ход или быстро? Ну, чуть-чуть побольше. Ну, я просто такую же строю. Да, а где? Где-то строю. В Медине, я вижу. Ну, я могу ее достроить за два. Там, немножко можешь его напрячь, Век? С гостей стороны как-нибудь. Ты видишь, там бомби падает. Да так чуть-чуть, чтобы он... Чё, тяжело? Не-нет, я сейчас, я думаю, что я справлюсь здесь потихонечку. У меня сейчас тоже... Я передумал, потом давай достраивай. Потому что я через три хода город его заберу. У меня такая надежда есть. Очень большая надежда. Надеюсь. Сейчас секундочку, не ходим, да? Все ждем. Конечно. Мы не ходим, ждем тебя, Виктус. Кто хочет ускориться через объявление войны? Фу, какая грязь. Фу. Давай, ничего давай. Грязного. 3, 2, 1, поехали.
Как гоплиты всадники смогли снять на гоплитов? Что там у фантома по науке? Улетел. Ну, если у вас меньше, это плохо для вас, потому что у меня тоже 60. Блин, открыл у Алексея одну статью и не могу найти то, что мне нужно. Воу-воу-воу, тут греческая делегация. Индийская делегация. Ты бы это, уходил отсюда пока что, ладно? Чего? Ты тут пока что не стой. Да-да-да, я тут сейчас уйду. Я уже понял. Слушай, Грек, у Инвиктуса еще и Хатуса, и Вавилон. У него все будет зашибись с этим, с наукой. Слушай, я если сейчас не буду твои города захватывать, что мне сейчас? Я с ним не могу. Захватывать француза. Я не смогу с ним воевать. Почему? Дружба. Ну закончится дружба-то. Нет, друзья, да навсегда. Но это еще долго будет. Ты сейчас, вообще-то Invictus это... мне говорил, что мы с тобой друзья навсегда в начале игры. Это еврейская правда. Видишь, не получилось, на это зашло. Ну вот и сейчас не получится. Юнит, ты у меня убиваешь, видишь, вообще некрасиво. Ничего себе. Вот это поворот. Да. Подожди, я сейчас скажу, когда. Я готов. Давай, можешь читать. Читать, можешь читать. 3, 2, 1, поехали. Thank you.
Не понял, у него тут что, катапульта? Давайте имбамбы так, так быстро лечится. Ой. А куда катапульта делась? Она испарилась. Она была. Да, тут интересный материк, конечно, получился. Слово. Антон. Что? У меня есть тебе вопрос, но если ты считаешь, вопрос, когда не нужно отвечать, кто не отвечает. Что нужно сделать, чтобы покупать военных юнитов за веру? Это тебе нужно, ну, поменять правительство? Построить в правительственной площади домик второго уровня. Блин, ни у кого денег нету. Спасибо. Потому что я изучил просто то, что мог, но то, что нужно было, так я не нашел. Лёша почитал гайды на сайте, там не нашел, нигде не мог. Да, в правительственной площади. Этого я не знал. Теперь почитаю. Индус предложение. А, Грек, я тебе еще напоминаю, что ты кучу недовольства получаешь, теряя юниты. Еще, кстати. К вопросу. А что там, кстати, как война идет? В чью пользу? Да захватывает меня два города. Вы же деньги ему даете, как мы его захватим? Он апается, он строит коляски по одному ходу, и апает их, выцаривает, и все. Как ты его захватишь? Вы меня два города захватываете. Как я тебя захвачу, Алексей, когда ты поставил юниты? Ну так мир нету. Давай заключим, блин. Француз. Или ты все-таки захватываешь города у меня? Я не захватываю, но буду воевать. Ты не захватываешь, ну... Ну а как дальше? А как что, хочешь отступить? Да. Сейчас? Да. Ну и что будет? Строй города дальше, зачем упарываться в войну? Андрей, не атакуй юниты, помни об этом, Андрей. Ага, точно. И держись. Лёш, я там встречное послал предложение. Я загрузился. 3, 2, 1, поехали. Вот. Отлично. Здорово. Мне тут военный лагерь как раз один ход нужно достроить. Бонсайр. Аж вы сдохнете-то. Я вообще... Мне вообще умирают. Ты не убил. Грек, ты посмотри, что ты последний по науке уже стал. Тебя француз просто использует. Все.
ты последний по науке. Он сюзерен двух научных ГГшек, пытается захватить города. Я тебе говорю, что надо на него нападать. Да, вот я ты... самый опасный игрок. Я самый опасный здесь. Четыре города. Дай мне с греком поговорить. Говори. Ты вот даже этим бумби захватываешь, она даже неудобна для твоей нации, получается, как расположена. Это все удобно только французам. Бумби сожги. Да как так-то, ну? Столько уже вложено в эту войну. У нас еще есть шанс вернуться. Уводи домой, ребят. Это кто сейчас сказал? Сколько там у фантома науки? Там они там сидят, развиваются, все время как мы воюем. Давай встретимся, что мы до сих пор не встретились? Грек, заключаем мир и мы начинаем развиваться с тобой спокойно. Ну, мы с тобой в диаметрально. Что? Я не слышу. Я бомби вроде отбиваю у тебя. Фантом, ты где расположен? Да не выглядит пока так. На юго-западе, с самого краю. Так, а у тебя рядом с Буэнос-Айресом есть что-нибудь? Есть. Я вот у Буэнос-Айреса. Разведом бегу. Ну давай я воинам туда приползу, ходов через так. 6. Ну мне куда идти от Буэнос-Айреса? Налево и две клетки вверх. Андрей, я не слышу тебя. Ну, вот по этому перешейку, да, в одну клетку и вверх туда, да? Иерусалим ты нашел? После этого хода... Иерусалим? Нет, я арму нашел. Надо будет посчитать, да? Не атакуйте. Андрей, ты что-то говори, ты хочешь что-то договориться о чем-то? Я говорю, я не хочу просто так в сторону часто менять. Не хочешь просто так часто сторону менять? Да. Сейчас мы... Ты понимаешь? Сначала возьми его город, сожги, потом мы будем говорить. Надо его немножко покоцать, хоть немножко, чтобы было мы смысл войны. Мы воюем уже 8 ходов. 8 ходов. Вы еще ничего не взяли. Еще 5 считай. Ходов и... 3, 2, 1. Простили. Слушайте, а как это у меня... Это какие-то способности? А почему у меня Нгаум-Бемба за один ход полностью вылечилась? Ну, в смысле, этот юнит мой уникальный. Читы. Ну вот серьезно, Грек, вот ты же Умбумби проатаковал, да. Помнишь? Он был полностью красный. Да. И он за один ход вылечился. А что это такое? Это может способность какая-то? Фантом, я готов заключать с тобой союз. Я феодализм. Ой, ты знаешь, что делать. Как там у тебя, Андрей, у тебя есть какие-то там продвижения по войне? Ну, бомби атакуется. Ну, когда возьмешь им бомби, скажешь. А ты увидишь, я думаю. День уже, блин. Ох, что ж тут делать-то?
Шотландец, ты решил стать владычицей морской, да? Ну да. Ой. Ты походил случайно, но нормально. Красиво смотрится вместе. Да, неплохо. Да, конечно, подгадили мне тут ребята. Подгадили. Производство. Так, кто там мне предложение кидал? Я что-то это пролистнул случайно. Я. Я это кто? Грек. Какой грек? Он один. А, я думал, Борка еще есть. Так, ты что предлагал? А, ты заключил. Вар ушел. Никто не ходит, да? Да. Я погрузился. Я тоже готов. Подождите, Андрей. Андрей, ты готов? Да. 3, 2, 1, поехали. Неужто выжил? Фуф. А ты чё, в рыцаре не вышел? Да? Кто? Индитус. Я вышел до сих Союза вышли. Ребят, ну еще... блин, ну уже 10 ходов война, вы ж не берете города, ну. Ты берешь его город? Нет. Если долго мучиться, то что-нибудь получится. Ну конечно, получится, что мы втроем тут сидим, воюем всю игру, а там ребята улетают. Да, 70 культуры заход. И что? Кто улетает-то? Сюзерен Вильнюса просто, вот и все. Это нет. Если с ним мириться, то надо смириться при таких условиях, что он на нас не нападает. На обоих, ни на тебя, ни на меня. Ну, он просто спокойно улетает в космос. Блин, да мне есть где селиться. Инвиктус, я с самого начала игры сказал, дружить давайте, я со всеми дружил. Подожди, Алексей, мы попытались, правильно? Пытаться можно было? Пытались, не получается. Значит, надо мириться. Я ничего не говорю. Я не хочу упарываться на всю игру. Мы попытались, да? Ты отбился. Молодец. Все. Но только я не хочу мириться с таким условием, что ты помирился, через 20 ходов ты меня заберешь или его заберешь. И если ты хочешь мириться, тогда давай сделаем так, ты не будешь на нас нападать. И будем развиваться и улетать. Я согласен.
А никто из вас не хочет вдвоем на кого-то из одного из вас напасть? Нет, я не хочу его предавать. Если он меня хочет предавать, пускай предает, не знаю. Но это же так красиво. Я предаю, пока что все мир заключить. Ну все, давайте мир заключать тогда. Знаешь, Андрей, пока что. Через 20 ходов мир кончится. У него 800 армия. Думаешь, он будет удержать? Ты подумай, не? Не подумал. Ну так надо... Мы если мириться, надо мириться. Ну тогда, значит, не мирись с ним. И я не буду мириться. Будет просто так... Жвачка. Нет, давай не мириться, а просто так вот сидим и развиваемся. Зачем нам мир? Ну ладно, давай Амбитус не мириться, давай воевать дальше. Нет, давай не будем воевать и не будем мириться. Хорошо, Инвиктус, давай. Ты же не хочешь заключить мир и сказать, что не будешь нас выносить потом? Инвиктус, я в начале игры это сказал, давайте дружить. Что ты от меня хочешь еще? Я что значит не буду выносить? То есть ты хочешь, чтобы нет, вообще нет. До конца игры сидели, а если я буду вынужден, там не надо на вас давай, напасть, чтобы по очкам давай, победить, давай, еще давай что-то. Договоримся. Давай договоримся. До какого мы не будем друг друга воевать? Можешь договориться, правильно? Давай заключим мир, давай скажем, допустим, до танков. Давай. Как тебе такой вариант? До танков. Египет, предложение. О, Джорджия, привет. Пришлось Виктора прокачивать дебильного, ненужного абсолютно. Алексей. Что? Брат танков дружим? Нет. А, что-то танков, что не до кавалерии. Мы что, продолжаем воевать? Да. Андрей, видишь, да? Получается у нас мир. С Андреем у нас все получается. А, вы заключили мир, да? Да. Я не вижу смысла воевать. Значит, ты меня предал? Я тебя не собираюсь нападать. Хорошо, так он меня вынесет. Заключи мир. Селись сверху, у меня тут остров есть. Опа, Антон, слышал, да? Здесь острова. Маленький остров, но города поставить можно. Ну, остров Свалета я уже знаю где. Что там. Не понимаешь, что еще Андрей сейчас. Подожди, Андрей, отзови, пожалуйста, предложение, потому что оно у меня не открывается, и закрыть я его не могу, не знаю, что-то. Какой-то глюк. И я тебе ничего не могу отправить. Так, а мы. Я тебе другу посылал. Да я понял, я не могу открыть и в ответ не могу отправить. Ты отзови и пошли заново. А у меня тоже нет ничего. Ну отлично. А что там, как-то одну монетку надо, да? Какой-то такой способ. Да. Отправь в грек просто одну монетку, а потом отказаться или что сделать? Как там работает это? Ну, хоть отказаться, хоть принять. Просто одну монетку пошли. Попросил. Что? Попросил. Я воюю с французом. Одну монетку? У тебя армия достаточно. Ты понимаешь, да, Грек? Ты понимаешь, что все сейчас 800 армий придут на меня, на одного. Так она была поделена. А теперь ты меня просто отдал. Ты просто меня отдал. Есть у меня рыцарь, у меня категория такой. У меня Виктус, есть, как... Я был готов с тобой заключать мир, если бы не всякие твои условия там до конца. Это Грек мне никаких условий не ставил. Давай заключим мир. Нет, давай уже попробую ятер тебя взять, не получится, заключим мир. Да. А куда мне тут эту армию девать?
Инвиктус, тебе далеко до союзов? Я тебе военный могу предложить. Да просто, Андрей, ты поступил неправильно. Если бы я знал, что будешь так делать, я бы не воевал даже с Алексеем. Вообще не надо было вначале. Инвиктус, тебе вообще не надо было воевать, да, вообще ни с кем. Не обязательно воевать, чтобы развиваться. Да не важно. Все, я понял, все, проехали. Воевать нужно, когда ты вот 100% выигрываешь. У него было время к войне подготовиться. Ты сделку отклонишь, нет, Алексей? Я тебе еще раз говорю, я не могу ее открыть. Глюк. Я же монету послал, еще спросил. Сейчас посмотрим. Пот начнется. Только надо будет посчитать, да, Алексей, подожди. Я готов. Да, считай, я не буду ходить первым. Один. Поехали. Что так поставлю. Грек отправил предложение. Еще одно. Араб предложение. Не будешь со мной дружить? Ну, я хочу иметь возможность помочь Инвиктусу военным союзом. Так любой другой может помочь ему. Ты, наверное, не только мне же кинул. В смысле, не только тебе? Не только мне, я думаю, ты кинул дружбу. Только тебе. Если они все попринимают твою. Ты можешь дружбу посмотреть, только тебе кину. Больше никому не собираешь. Тогда ладно, тогда можем не подружить. Смысл тебе вот объявлять войну соседу, например, который недалеко находится? Пускай кто-то там, кто фиг знает где. Ну, не знаю, у меня есть чем воевать, если нужно будет. Ну зачем? Иди, давай ты не будешь Инвиктуса захватывать. Почему? Ты уже... Я тебе предложил тоже захватить Инвиктуса. Руан просто удобен для меня как город. Он меня подселил, этот город, рядом с моей столицей. Остальные города, фиг с ними, нафиг не нужны. Руан под моей столицей Андрей, находится. Андрей, ты меня уже отдал, все ты меня уже отдал. И он напал на меня с этого города. Это очень, ну, очень стратегически важный город для меня. Это подселено под меня. Остальные города ты можешь себе забирать, как я и говорил до этого. Пойди, забирай меня с другой стороны. Ну давай, сейчас скоро кончится. Просто я понял, что с тобой дело иметь не стоит. Ты меня сам нападал. Я на тебя нападал? Доставил меня. Подожди, хорошо, я готовился. У меня есть право готовиться воевать, нет? Ты мне сказал, пойдем на Алексея. Я сказал, пойдем. А теперь ты заключил с ним мир. Теперь у меня будет сейчас пилить. Ты представишь, что тут вот будет еще. Не надо просто так воевать, начать игру. Да я не воевал с тобой, что ты гонишь, я с тобой не воевал. А зачем ты начал армию строить, если у нас дружба? Я строил армию, потому что у меня были соседи. Лучше иметь армию, когда эти соседи. Инвиктус, ну прямо скажем, что ты собирался на него нападать. Это было просто видно. Ты войска окружал город. Я. Тебе, если там место сверху есть, и... Зачем тут кормить, фига? Кхм.
Виктус, я готов с тобой на мир, если Руан ты мне отдашь. Давай, давай, все, забирай меня уже, давай. Посмотреть Ливерпуль. Ливерпуль? Что Ливерпуль? Да. Лига чемпионов. Не-не-не, так нет. Давай, я готов. Ой, кажется, у меня сейчас... Нет, не крашнулось. Крашнулось? Нет, нет. Грека, убери, пожалуйста, рыцаря куда-нибудь, который на воде, чтобы у меня проплыла разведка. Спасибо. Почему в Тулузу, не знаю. Ой, блин, лагерь тут зря построил, получается. Конечно, надо в гуманизм выходить. А великого художника я вообще получу когда-нибудь. Может, проекты провести? Еще театральную площадь надо, и кампус надо. Просто если вы нападаете на холмы, у человека рыцари уже, то очень тяжело его захватывать. Запомни, Грек. Потом, когда игра будет продолжаться, запомни, что ты сделал ошибку. Это ты сделал ошибку, да, плохая армия. Чем тебе плохая армия? Армия всегда хорошо, что она есть. Чё ты гонишь? А чё ты вообще говоришь? Ты понимаешь, что ты говоришь вообще? Слушай, Витус, ты какой-то сегодня агрессивный, реально. Что тебя укусил кто-то? Арчи укусил, не знаю. Это он все вспоминает, как ты его, мне кажется, спину атаковал. Когда? Там в разных партиях это было. Я, по-моему, Invictus никогда в спину не атаковал, я прямо его атаковал. Прям. Ты просто Андрей. Сейчас сделал большую ошибку, Андрей. И тебе не надо бы с ним мириться, хотя бы не мириться. Он все равно родился. Invictus. Да не важно. В смысле не надо было мириться? Как, что значит не надо было мириться? Объясни. Да потому что если бы мы были бы в войне, ты бы не пошел бы на меня всю армию, правильно? Ты бы боялся, чтобы... Ты бы держал бы две пополам армию хотя бы. Нет, если бы Грек отвел свою армию и сказал, мы в войне, но я отвожу армию, я все равно пошел на тебя. Нет. Просто, Invictus, не надо всякие условия ставить еще при заключении мира, какие-то там... Заключили бы мир и дальше сидели бы... Ну, то есть у меня сейчас есть армия. Ты какие-то мне условия ставишь еще. Ну, о чем я тогда? Куда мне ее девать, по-твоему? А Грек вообще, он далеко. То есть, ну, мне на него нападать на Кнос, что ли? Ну, Кнос, ну, как-то, ну... Какой-то так себе город. А вот ты Руан свой очень, как бы, в меня поставил. Ну я же молчу о том, что ты тут все вот это организовал, все эти войны, это ты сделал. Араб. Я. Yeah. Давай союз. Ничего, что я не считал, Invictus, тут уже, мне кажется. Ну я просто, я катапультой проатаковал военный лагерь, ничего?
Ну, не важно. У меня есть тоже достаточно связок. Сейчас я хочу еще один. Алексей, у тебя там случайно возможность сделать мне должок не появилось? Появилось. Сам попроси. Попрошу. Или может мне великого полководца? Фантом, ты там далеко от Союза? 3 хода. Я бы на твоем месте, грек, все-таки напал на француза и добрал его города, потому что... Я подвожу армию. А? Я подвожу. Подхожу. Короче говоря, не видит смысла в том, что нужно нападать, когда ты уверен, что можешь пробить врага. Не, ну вот в тот момент, когда вы напали, я апнулся в рыцарей. По-моему, это уже показывало... Вы нападаете мечниками и лучниками, а у меня рыцари. Ты еще хочешь на меня напасть, Грек? Ты же сам сказал. Ты наглец, блин. Ты сам сказал. Блин, инфик, слушай. Я тебя не узнаю. Он мне еще предал, еще на меня нападает. Вообще офигеть. Инвиктус, ты же сказал ему, приходи, грек, добирай меня. Ты сам ему сказал. Эмоции. Инвиктус очень эмоционально подходит, кажется. Блин, а что тут река мешает? У меня такое плохое место, но я не вижу, что я не смогу хорошо захватить. Не чтобы сидеть развиваться, ну не важно. Так у него армия есть тоже. Я же ему все твердил. Ну, грек, иди, спаси иди, какую-то армию. Нападай на Индию. Какую Индию? Нет, мой любимый Мбамби. Виктуса 359. Ну, сложновато будет, кстати, наверное. Давайте еще одну катапульту. Блин. Можно таран использовать. Таран. Можно использовать, пока ты не вышел в возрождение. Только выхожу в возрождение нельзя. Уже в порох выхожу. Виктус, предложение. Но я в порох шел, чтобы... защищаться на самом деле. Не знаю, вот реально, ну Invictus тут сам просто пришел. Сначала да, ну не поевать с Халецким, вот что ты лезешь? Я пока что вряд ли. Сколько чуть ходов 5, наверное, сложно будет. Ну так иди, он так вот воюй с этим. Invictus, у тебя рассинхрон. А как он со мной будет воевать, если он расположен южнее тебя? Почему? Ну если он только через твои города пройдет, ну, в принципе, да, заманчивое предложение. Почему? Грек с тобой сосед, я вижу. Как он со мной сосед, если ты, я нахожусь севернее тебя? Спарта и Саис, я вижу, что вы вместе недалеко. Ай, ладно. Я, если что, Индия. Проиллюстрировать почту. Я говорю про... Предложение прими, пожалуйста. Я говорил про Египет, не про Индию. Ну ты говоришь, нападай на Митяя. Митяй — это Индия. Я не говорю на Митяя, я говорю на Египет. Неправильно понял. Ладно, все, хорошо. Блин, мы реально в самом центре, получается. Там Египет с Индией, получается. Предложение примешь? Подожди, у меня синхрон.
Все в героическом и золотом, прям красота. Так, может театральную площадь здесь сделать? А ты что-то имеешь против религии моей? Это кто говорит? Араб. Он вообще все бонусы получает. Храмы и святилища производят. Алексей, я тебя атакую. А, понял. Спасибо, что сказал. Сайрес, у нас все еще война. Витус, а мне как рыцарь один атаковал или с ним сопровождение было? Витус. Что? Рыцарь один атаковал или с сопровождением был? Странно вместе. Ну, странно же. Давайте я открою. Так, а что я тут хочу поменять? А, эти счетные банки. Да и один этот сделать. Ну, послов раскидать. Ремонтировать все надо, все. Все пограбил злой грек. Банза. Позже. Будем строить. Инвиктус очень просил. Магнуса, наверное, в Квиллу пересаживать. Не, караваны имеет смысл отправлять заранее, потому что, ну... Так, давайте Грек, посмотрим. А ты Тулузу и Париж мне, забираешь, наверное, да? Мне, наверное, Вавилон очень нужен. Да Греку далеко меня... А, Грек может дозвать. Да каждый нет, шедевр, там как война-то вообще идет? Реликвию и артефакт. Мне так, Вавилон без армии, нужен в союзниках. Мне надо Аманию в Вавилон отправить. Грек на тебя напал, да? Все понятно. Ну что, еще Египет добавит? Да нет, зачем? У меня дружба с ним. Я бы вообще ему помог чем-то, если бы мог. Египет, а ты на грека не можешь напасть, да? Он мой союзник. В смысле, пощадите... Надолго? Подождите. В смысле, пощадите Инвиктуса. Во-первых, он поставил только 4 города. У него просто 4 города. Во-вторых, он сам на всех напал. В-третьих, он сам попросил его захватить. В чем? Что мы делаем не так? Инвиктус, играем? Да-да-да, ходи. Холм, наверное, но
Да, ну тут везде холм. А вот равнина. Так, давайте Магнуса к Виллу. Амани в Вавилон. А, война идет. Ну, тогда давайте пока по тусу. Виктора в столицу пока. Виктус, если будем в пятницу рядом, я буду, как обычно, твоим другом. Вот так, уже тимплей заранее такой. Да, тимплейчик, тимплейчик. Мы с Виктором никогда не будем, мы друзья. Если он не начнет на тебя нападать. Это конечно, я всегда... О, маскат. Здорово, это так. Значит, будешь строить то, что я думаю? Плюс... Вот это первый посол. Не знаю, что ты думаешь. И... О чуде света, которое помогает так. Вам переживать. И, наверное, возьмем пока содержание юнита. Ты слышишь на него? Не-не-не, я не в тундре, просто интересно. Так. Я редко видел, как его строили. Если что-нибудь приходит в Дискорде. Это станция, так, которая. Катусу, Вавилон. Амстон Скот. В Москве, по-моему. Ну, она, короче. И все. Ее пока, я вообще ни разу не видел, чтобы люди построили. Но... Я строил один раз. ФФА или в СМИ. Да. Жестко. Не, ну на самом деле неплохая, даже несмотря на то, что дорого стоит. Условия экзотические, она очень солидные бонусы дает. На улет, скажем так, ориентированные. Так, давайте в образование выйдем. Влад. У меня ее нету обработанной. Грей, у тебя есть селитра какая-то? Может, пусть рад обработать. Грей? Ой, Грей. Потом. Быстро нет. Алексей, предложение. От Инди. А шотландец, а ты можешь себя селить обработать или ты еще и нет? Оттуда. А можешь обработать и отдать Инвиктусу? Могу. Шотландец пришел? Сколько я всех? Всех. Сколько тебе ходов? Один ход. Давай. А, нет, два. Да, тоже хорошо. Да, дружбе. Хочешь военный союзник сделать? Хочу денег. Мне просто чуть-чуть. Ну сейчас. Да нету смысла ему давать, он попадет. Алексей, дай повоевать спокойно. Да, я чисто советую другим игрокам. По мне так пускай лучше дают. Как тебе если давали деньги, так было нормально, нет? Так я их раздаю вообще-то сейчас. Я тоже раздам. Нет, ты уже не раздашь. Я перечислю вот. Видишь, вас, еще. Давайте, наверное, еще одного. А у меня есть там... Что-то у меня платишь, Инвиктус, я даже не смотрю сколько, я просто принимаю. А у меня так смотрел. Ну да. Римбанзу лучше. Один ход. Давайте Римбанзу. Ты-то мой сосед, а Инвиктус мне не сосед. Выгодно, чтобы он там такую жесть творил. Там не можешь продавить рваны, так видно.
Что? Ты Руан не продавливаешь? Да? Я просто только сейчас к нему подошел. То есть тут у него армия стояла, я армию убил, подошел к Руану, сейчас следующим ходом уже катапульты начнут стараться работать. Серьезно? Да. А что, нет что ли, Инвиктус? Фантом, а где ты смотришь? Так, 4 хода до Магнуса. Да, шотландец, да? Такое ощущение, что ты в другую комнату ушел и оттуда с нами разговариваешь. Шотландцу с литрами, да? Ну, я вполне, кстати, могу и не продавить, если он будет апгрейдить. Может, он ход закончил? Да, он, походу, закончил ход. Подождите, будем считать. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять, вот так. Ein, zwei, Polizei. Так, давайте театральный ключ поставим. Алексей, бесконечный ход. Да я бы, это бесконечные юниты. Эх. Это все из-за читов. Да, блин, что-то надюпал себе кучу юнитов. Араб, что у тебя интересного на территории? Куда идти, что смотреть? Да ничего нет. На этом пока все, продолжение запланировано на завтра. Спасибо, что досмотрели до конца, я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!